мы буквально достали рабочий материал, который помогает просто увидеть принцип работы, да, Юрия Борисовича, насколько он скрупулезен, насколько он внимателен к деталям, как он прорабатывает малейшее движение персонажа. Вот видно даже здесь по раскадровке. Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Вот когда идет вот эта смесь, возникает какое-то нечто третье, о чем потом будут говорить. Это творчество. Я с удовольствием смотрела выставку и насладилась, и, может, где-то даже меня унесло в мое прекрасное детство. Это очень объемная выставка, очень насыщенная выставка. Здесь много материала, много инсталляций, много рассказов о том, как все создавалось.